Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саодитам Шри Нанда Нанданам Банде Радика Чарано Дайам Гопи Джано Самаюктам Бинда Вана Манухарам Банча калпатару ваше кипасинду бхавача патитанам паване бхавишнабхибхьо намо намах мукам кароти вачалам пангам ланхетгирим ят кипатамахам банде парамананандамадхавам бриндавай тулсидевай пиявай кесавасача Шна бхакти паде деви сатто баттои намо нама Нараяна намаскритта норанча ивана уттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Шанкиртане Кришна катхопадеш Гаури аватрашо пракасанеча Садануракта гуру бхакти юкто Бхакти Прамодакша Джагодвараньо Дейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тетхас Падам Сива Виранчинутам Сараньям Битактихам Панутапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарнаравиндам Ятпада Паллаванака Чандамани Чатая Бисфуриджи, такима пигабавадушва дарши, пурнану рагара сасагара сарамурти, сарадхикама и кадакипам каруши. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддайта Гададхара Сивасади, Гаура Бхактавинда, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Аджану ламмита бхужау канука бодату Шанкиртанай кавитару камала йотакшу Вишамбару дижавару джагадхарма палу Банде джагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пада Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупенна Садана Ранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Тавам Бхагам Нараяно Прияманага Мадапхарам Барану Сипурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджасва Бадане Лакшмир жаша чавакшаши, ясясте идай самби, там нишинга махамбаджи. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Випадо наива випадо, сампадо наива сампадо,
Випадахо Вишваранам Вишну Шампадо Нараяна Срити Випадо Найва Випадо Шампадо Найва Сампадо Випадахо Вишваранам Вишну Шампадо Нараяна Срити Гаурия Гоштипати Си Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад Jagat Guru told that I was bound to give anxiety to you all. I was bound to speak hard in front of you. Gaudiya Gurushipati Shishila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что он извиняется за то, что приносил какие-то беспокойства кому-то, давил, вдохновлял кого-то, чтобы мы совершили баджан без всякого лицемерия. Гаудия Гоштипати Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупада Джагадгуру сказал, что я был вынужден говорить иногда жестко или как-то беспокоить вас всех, чтобы занять вас всех в подлинном харибаджане, я имею в виду искренним, без всякого лицемерия. Только так вы можете совершать баджан, это очень хорошо. Под руководством, под прибежище у Ашрая Виграхи, я прошу вас всех совершать харибаджан всем сердцем, поскольку нет другого пути. Если вы совершаете баджан под руководством Ашрая Виграхи, Гурудева имеется в виду, то жизнь, она очень коротка, и в любой момент мы можем уйти с этого материального мира. И поэтому моя просьба к вам всем под руководством единого Ашрая Виграхи, подлинного Садгуру. В нашей, живя эту короткую жизнь, продолжайте совершать служение Рады Говинде и Гуру Хари, и тогда вы достигнете успеха, иначе нет другого пути. Обычные люди, они чувствуют единство с материей. Они не могут принять это предложение, я знаю. Обычные люди, они имеют огромное единство с материей, с всякими материальными вещами. И если они теряют даже какое-то незначительное, что-то незначительное, они чувствуют себя как-то неудобно, жалеют, плачут, сожалеют обо всем. Они забывают, что они теряют самого Кришну. Шрила Гокишавдас Бабаджи Махарадж говорит, что некоторые люди, многие люди, они забывают, что единственное сокровище в нашей жизни — это сам Шри Кришна, и мы теряем его. И мы должны плакать день и ночь ради Кришны, поскольку мы теряем Кришну. И в этом главная проблема. Мы не можем осознать этого. Достаточно давно. Однажды Шрила Прабхупада был в своем баджан-кузире в Чайтанья-матхе. Парамананда Прабху, он принес обеденный прасад ему. И попросил его принять прасад, но Шрила Прабхупада принимал прасад в одиночестве. И вот он принимал прасад, совершал мовение, такие туалетные активности, спал в одиночестве, поскольку обусловленные души у них, они очень так закоренели в материальных представлениях о жизни, и они могут превратно понять какую-то внешнюю болезнь вайшнавов, они могут подумать что-то материальное, вот чтобы спасти их. Их всех от возможных оскорблений, поэтому Шрила Прабхупада он в уединении ел, отдыхал, мылся и все остальное делал. И вот Шрила Прабхупада
Он, и вот Парамананда принес просад, Шри Прабхупаде занимался долгим служением, потом вернулся. И все же Парамананда смотрит, Шрила Прабхупад еще не начал ничего есть. Он смотрел в сад с огромным вниманием. И Парамананда, он удивился, что случилось, почему вы еще ничего не ели, уже много времени прошло. Что вы смотрите там? И Шрила Прабхупад говорит, я смотрю, что вся ваша удача, она сгорела. Я смотрю на это. И таким образом Шрила Прабхупад, он хотел выразить свое беспокойство о о таком лицемерном баджане. Шрила Прабхупад хотел, он беспокоился о нашем таком лицемерном баджане. Шрила Прабхупад попросил, сказал, это моя просьба к вам совершать подлинные баджаны. А материалисты, они слишком привязаны к материи, и поэтому они всегда заняты. Эти материи, ум не может быть пуст. Можно понаблюдать за этим. Что-то должно быть внутри нашего ума, особо то, ради чего мы чувствуем какое-то влечение, привязанность или отвращение. Эти вещи, они должны быть у нас, например, если мы, нам противно что-то, враждуем с кем-то, мы думаем об этом негативном, и такое влечение к чему-то или отвращение от чего-то, оно есть в этом материальном мире, и многие люди воспринимают Харибаджан как что-то несерьезное, какую-то шутку. Но это главное в нашей жизни. И мы будем обсуждать Удхав-самвад. Мне стыдно, когда я обсуждаю столь возвышенные темы, поскольку состояние Враджаваси и каково мое состояние, я сравниваю их. И вот я наблюдаю за своим состоянием и за состоянием Враджаваси. Много раз Шрила Прабхупад говорил, что мы должны думать снова и снова о таком плачевном состоянии Враджаваси всем сердцем, не искусственно. И тогда мы сможем понять, что такое Удхав-самвад. Какова такая плачевная, каково плачевное состояние Враджаваси? И вот вчера я говорил, то, что Удав, он достиг дома Нанды Махараджа. И после этого он встретился с Нандой. И Нанда Баба was informed by some Vrajavasis, somebody coming. И вот Враджаваси сказали Нанде, что кто-то пришел к вам, подобный Кришне. Он выглядит так же, как Кришна, но точно не Кришна. Поскольку если бы Кришна пришел, то мы почувствовали другую реакцию внутри нашего сердца. Он выглядит как Кришна, но он все-таки не Кришна. И после этого Нанда Махарадж вышел встретить его, поскольку Нанда Махарадж был уверен, что, увидев Удава, Нанда Махарадж был уверен, что это некто близкий, дорогой Кришне, поскольку как это возможно? В этой жизни Удав, он обрел ту же самую сварупу. Тот же облик, что и Кришна. И Нанда Махарадж
заподозрил, что наверняка это некто близкий, дорогой моему сыну Кришне. И в соответствии с этим Нанда Махарадж выразил почтение ему. Твам агатам самагамьо Кришна сванучарам прием Нандаха притаха парисваджу Васудевадхи Васудевадхиарчаят Васудевадхиат Дхиарчаят. Нанда Махарадж is the father of Bhagavan Sri Krishna. Нанда Махарадж, отец Бхагавана Шри Кришны, и Удав, он выразил ему свое почтение, когда мы кланяемся лотосным стопам Нанда Махарадж. И вот этот, они поклонились друг другу, обнялись с огромной любовью. И вот после этого, after he is going to wash hand and leg everything, and by он омыл ему стопы и накормил. Парамана, поскольку сами ничего не готовили с тех пор, как Кришна ушел. И вот так или иначе они поддерживали свою жизнь, едя у каких-то соседей. Бхожитам параманена Шангвиштам Кашипоу Сукхам after long journey. И спустя долгое время Удав пришел, и вот он, and и вот, в общем, он пришел в Риндаван, принял прасад, и Нанда Махарадж усадил его на постель. И после этого Нанда Махарадж, он массировал стопы Удавы с помощью какого-то слуги, он занял кого-то в том, чтобы они массаж стоп Удавы сделали. И после этого с огромной любовью он сказал «Махабхаг». Это термин. Такой титул. Когда мы любим кого-то с любовью, мы иногда называют таким словом. И вот спустя долгое время мой друг и брат Васудев, он был освобожден из тюрьмы, до этого он долгое время находился в таком плачевном состоянии. И вопрос такой, спрашивает, все ли хорошо у него. И вот Качит Анга, возможно, все хорошо. И это слово, возможно, спросил, все ли хорошо в Матхуре, поскольку Камса, он был убит, это да, так. Он покинул этот мир, но все же эти приспешники Камсы, они вместо Камсы начали, собирались нападать на Кришну. Кришна убил Камсу. И с Кришной, Васудев, Деваки, эти все ядовы, родственники и близкие Кришны, Камсу, they have a big group, na? Big full. They are going to take preparation how to destroy Jadava, how to destroy. И в общем, несмотря на то, что Камса был убит, его приспешники хотели отомстить. И поэтому эти ядовы рисковали жизнью, находясь там в Матхуре. И демоническое окружение, но подготавливало какие-то планы по нападению на Кришну. И поэтому Нанда Махарадж, он сам местным царем был.
уж не такое, не такое царство у него было, но царем Враджа он был. Он как бы подозревал, что что-то неладное там, и поэтому задал вопрос таким образом. That's why, you know, Kachi Danga Mahabhago Shakha no Sura Nandana. Sure, his Nandana, so, his son, Vasudev Vimara Aste, is it okay? Kusala Patta Dvair Yukto Mukto Svid Vitaha. Svid Mane, with all friends and relatives, you know, is it feeling okay? Is it okay or not? Он спросил, как там этот Нанда Махарадж со всеми своими друзьями и прочим окружением, этот Камса, воплощение греха. Он слышал, что он был убит. Он всегда выступал против садху-гуру Вайшнавов и Кришны, и все равно даже после его убийства его последователи могут как-то пытаться отомстить, напасть на Кришну и его спутников. И вот он сомневался о ситуации, которая преобладает в Матхуре. После этого Нанда Махараджа с огромным чувством, и вот Нанда Махараджа, он чувствовал какую-то боль, и вот вначале он не говорил ничего о себе. Нанда Махарадж, он был настолько смирен, он сказал, что я сделал для Кришны в своей жизни. Я не совершал никакой Кришна севы. Нанда Махарадж со смирением говорит так. Кришна сева — это нечто такое. Гуру сева, Кришна сева — это такое, что если мы, чем больше мы совершаем гуру сева, Кришна сева, тем больше вы чувствуете интереса к этой гуру сева. Гуру сева — это нечто такое. Вы можете развить ваш интерес. Нет. Не так, что мы совершаем Гуру Сева, потом мы хотим уйти на пенсию. Нет. Гуру Сева, Кришна Сева — это то, от чего люди не устают. Не все могут понять эти слова. Гуру Сева, Вайшнава Сева, Кришна Сева — это нечто такое, что нет вопроса отпуска или отдыха или пенсии от этого. Чем больше мы совершаем, тем больше чувствуем влечение к Кришне. Радхарани, она встречается со множеством проблем в жизни. И вот изначально Ашрая Радхарани, она так много проблем в жизни встречает. You, maybe you can meet with so many problems in your life. Maybe you can meet with so many problems. И также мы можем встречаться с бесчисленными проблемами в своей жизни в процессе совершения Кришна-севы. Майя будет всячески пытаться отвлечь нас от Кришна-севы. Шрила Прабхупада говорит. Maybe you can meet with so many countless problems. Вы можете встретиться со множеством проблем в процессе Кришна-севы, но это не значит, что вы должны оставлять Кришна-севу. Множество проблем может явиться. Вы можете изучать жизнь Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрилы Прабхупады. Множество было каких-то противников, ненавистников, убить его пытались много раз. Если кто-то говорит об этой абсолютной истине, об этой седанте, то некоторые люди гневаются, чувствуют какую-то враждебность. Если кто-то говорит об абсолютной истине, то
многие считают его своим врагом, пытаются как-то навредить, отравить, как-то с помощью политики как-то навредить, чтобы это абсолютная истина, это послание, что это послание абсолюта, чтобы оно не распространилось. И это природа обычно вот этого материального мира всегда какие-то препятствия. Можно вспомнить Рамануджачарию, Мадхвачарию, у всех, на пути всех великих вайшнавов какие-то препятствия постоянно возникали, поэтому абсолютная истина — это не шутки, это не так все просто. И Шрила Прабхупад говорит, если вы очень удачливы, необычайно удачливы, то никакие проблемы не смогут навредить вам. И тогда вы поймете подлинное значение абсолютной истины, не до этого. И Шрила Прабхупад говорит, может быть, вы сможете встретиться со множеством проблем в вашей жизни. И если вы думаете, что Кришна Бхаджан слишком сложен, много учеников Шрилы Прабхупады оставили его, поскольку Шрила Прабхупад был иногда очень жестко говорил про что-то. И вот они оставили Шрилу Прабхупаду, думая, что Шрила Прабхупад их враг, но потом они приняли прибежище у какого-то другого гуру. То есть не просто оставили, еще и приняли какого-то другого гуру. They're going to take shelter of another guru. Not only that, when they are writing books and papers, еще некоторые такие бывшие ученики выступали против Гауди Матха. I'm not going to speak about any society anything. In general, you can look. They are all speaking about Gauri Matha. Ну и такое случается не только, но есть много таких этих организаций, которые выступают против Гауди Матха, но, как правило, такие люди не осмеливаются упомянуть имя Шрилы Прабхупады. And they are writing later, I took shelter of that guru. You can also come and take shelter, live Prabhupada. They are speaking this way. I can show you a book, I have document. There is no name of Prabhupada, no name of Gauri Manati. But still one, you know, mission going to print those books and publish. This way, when Kesava Goswami is going to protest, и вот когда Шрила Кешава Госвами Махарадж иногда выступает против чего-то, то некоторые люди думают, что он не вайшнав. И Кешава Госвами Махарадж вот говорит, что отправили мне книгу, которую кто-то написал, но перед тем, как читать, я хочу выяснить, кто гурудев того человека, который ее написал. Кто гурудев этого писателя? И почему никакого имени не упомянуто здесь? Поскольку в духовном мире вся сила исходит от Гурудева. А если нет Гуру у кого-то, то смысл этой книги. И вот однажды какая-то миссия напечатала этой книги, и меня пригласили. Но я, несмотря на множество приглашений, ни разу не посетил ту организацию, но многие другие вайшнавы, они все были там. Для того, чтобы получить какую-то славу, почет какой-то. Туда даже местный премьер-министр приезжал. Камера или
И как мы можем надеяться, что с помощью этих ачарий можем обрести какой-то Гаудия Даршан, узнать подлинную Сиддханту Шрилы Прабхупады и проповедовать его? Как можно ожидать, что люди, которые вроде бы занимаются этим, занимаются еще непонятно чем? И однажды я сказал то, что такие люди хотят разрушить наше целомудрие. Те, кто присоединяется к таким организациям с плохой репутацией, то в этом ничего хорошего нет. Однажды, как я рассказывал, однажды один Бабаджи Махарадж отправился в Двараку. Там ему эти татуировки поставили с отпечатками, с этими тилоками Чандраваля. И вот потом он вернулся к своему Гурудеву. Тут был очень хороший Гурудев, совершал баджан всю жизнь. И вот он встретился со своим Гурудевом Шикшакуру. Тот увидел это и сказал, что ты сейчас уже во Вриндаван, тебя уже не пустят. Ты должен оставить Радхарани и присоединиться к другой группе. И этот человек очень опечалился и вскоре сгорел от такого, внутри сгорел от такого, таких переполняющих его чувств из-за того, что Радхарани уже его не пустят. И также люди, которые ходят посещать такие организации с очень сомнительной репутацией, они тоже теряют свою репутацию. We can make a flat platform on which all we can dance without any discrimination, without cloth. We can throw all cloth and dance all in a flat platform. There's a situation. My father, my forefather, forefather cannot change the situation at present. Да, Махарадж говорит, что сейчас ситуация такая, что как это уравниловка идет. А я пытаюсь это все, как сказать, сделать так, как должно быть. И вот суть в том, Нанда Махарадж с сердцем, преисполненным чувствами, Нанда Махарадж, он ничего не сказал, не спросил, помнит ли Кришна обо мне, о своем отце. Нет, он сказал, что я не смог ничего сделать для Кришны. И Нанда Махарадж с таким чувством сказал, я думал, что Кришна думает, по крайней мере, о своей матери, о Ишоде, поскольку Ишода день и ночь, она плакала в разлуке с Кришной. Когда Удав Махарадж, он посетил дворец Нанда Махарадж говорил с ним, он сказал Ешоде, смотри, друзья Кришны пришли, близкие, дорогие его, Ешода не могла видеть, только плакала и плакала. И молоко утекло у нее тоже. А когда она увидела его, то... А когда Ешода видела Кришну, обнимала его, то молоко, оно текло, появлялось в ее грудях. И такое чувство, материнское чувство нельзя сравнить с чем-то еще, оно непостижимо. Я могу привести пример Малини. Жена Шивас Пандита.
не каждый может поверить или как-то подумать, что это не то. Но моя просьба, не занимайтесь этим. И вот, когда Нитьянанда Прабху, он пришел в Майяпур, чтобы присоединиться к Лиле Гауранге. Sometimes somebody give me milk or drinking or no appetite at all. All day and night playing with coward boys. Нитьянанда был во Вриндаване какое-то время, и а когда Гауранга провел эту лилу, здесь в Навадвипе, то он вернулся. И Нитьянанда тогда понял, что мой Господь Гауранга, он зовет меня. И Нитьянанда ушел из Вриндавана, но вечно он там, но физически ушел из Вриндавана и присоединился к Гора Лиле в Навадвипдхаме. Я хочу показать один случай, благодаря которому вы обретете крепкую веру, когда Нитьянанда пришел. Куда он пришел? Дом Нанды Ачарьи Бхавана. Дом Нанды. Нанды Ачарьи Бхаван. Потом в дом Шивас Пандита. И Нитьянанде было уже лет 18. Но все же Нитьянанда, он явил такую лилу этого пастушка. Нитьянанда Прабху, он спал на коленях Малини. Малини, она кормила его своим молоком. Откуда молоко появлялось? Поскольку это дети у нее уже, ну, дети выросли уже к тому времени, но когда Нитьянанда спал у нее на коленях, то молоко, оно появлялось в ее грудях. Кто-то может как-то превратно понять. И поэтому Гауранга Махапрабху, он предостерегает нас. Если этот Нитьянанда, кто не отличен от меня, не только это. И также я хочу сказать, он больше, чем я. Если кто-то поклонится Гауранге, Гауранга, он говорит, что сначала нужно кланяться Нитьянанде. Кто-то, если приходил кланяться Гауранге, то Гауранга был недоволен. Он говорил, что сначала нужно кланяться Нитьянанде. Это был его урок для нас. Если Махапрабху говорит так, если вы внешне посмотрите, если то Нитьянанда, он, точнее, Махапрабху говорит, даже если вы внешне обнаружите, что этот Нитьянанда принял какую-то явание мусульманку, то все равно нельзя понимать его превратно, Нитьянанду, Нитьянанда. И таким образом Махапрабху, он хотел, Махапрабху сказал, что могу, конечно, так сказать, но кто это примет? И вот даже Нитьянанда, если внешне женится на какой-то мусульманке, то все равно Нитьянанда, он безупречен. Будьте осторожны. И когда он говорит таким образом, то мы должны понять, что те, кто недостойны, имеется не квалифицированы, не имеют должной веры, должных способностей. Во всем мире очень редко можно найти всего лишь нескольких подлинных слушателей Харикатхи. И неверие приходит, иногда само приходит. И когда такое неверие приходит, то человек становится майявадой и не может совершать бхакти. Весь мир можно пытаться как-то обыскать и
где найти подлинных слушателей. И Матарам Срухидаха Шакино. Кришна going to think about his mother. Кришна думает о своей матери, о своих друзьях. Those were always taking care of him. Те, кто заботится, помогают ему. Гопану Браджанча Браджанчатманатам Габо Вриндаванам Гирим. I am speaking it just if I go on discussing long discussion of so months, 1 month, 2 months, 3 months. Это долгая история. So, yeah. Opis Marati na Krishna, Mataram Svridha Shakino, Gopanu, Brajanchatmo Natham, Gavu, Vrindavanam Grim. Krishna going to think about those Gomatas. Krishna думает о коровах. Кришна at all thinking about the Girirad. И Кришна думает о Гирирадже. Дриравалам Харидасаварю, Ядрам Кришна Чарно Паришо Брамо. It's about Girirad Maharaj. И вот это шлока о Гирирадже. Гирирадж. Он известен как лучший слуга Кришны, поскольку он служит Кришне различными способами. Or fruits and flowers, there is cave, there is trees, so many shade, all Krishna and covered by вот Кришна и пастушки, и Радхарани, они являются в Лилдана у Гирираджа. Нанда Баба, он говорит, может быть, он не думает обо мне, я ничего не сделал в своей жизни ради него, но я думаю, он думает, или о этих пастушках. Пастушки думают о своих этих. И вот этот Вриндаван, он сердце Кришны. Радхарани говорит, я что мой ум и Вриндаван, они не отличны. В Курукшетре, на Курукшетре спустя долгое время, когда все Раджаваси встретились с Кришной, то там Радхарани говорит, я ей проявила свое сердце в форме Вриндавана, чтобы вместить твои лотосные стопы, о Кришна. И Радхарани говорит, вот эту шлоку. Для у других людей их ум и сердце, они отдельно существуют, но мой ум, мое сердце, они не отличные от Вриндавана, и там нет места ничему, кроме Вриндавана и тебя. И поэтому Радхарани говорит с таким чувством вот эту шлоку. Если ты опять вернешься во Вриндаван, все коровы, пастухи, телята, то тогда я буду думать, что ты проявил ко мне настоящую милость, иначе нет. Вриндаван — это сердце Кришны. Много раз мы слышали. Арадда Бхагаван Браджасустане Астаддхама Вриндаван. Если мы поклоняемся Кришне, то вместе с Кришной мы должны поклоняться Вриндавану. Если мы поклоняемся Кришне без Вриндавана, или Кришне без Гурудева, без Шрилы Прабхупады, то что толку от такого поклонения? Это будет ли это Кришна Пуджи? Нет. Рамма Качиду Васана Браджабуде Варгена Джакалпита Шимад Бхагаватам Прамана Мавалам Пема Пумарта Махана Сри Чайтанна Махапабурматам Идам Таттадарана. The final
Advice of Chaitanya Mahaprabhu, Siddhanta is final. И вот наставление Чайтаньи Махапрабху в том, что мы поклоняемся Нанда-Нандане Шри Кришне вместе с Вриндаваном и всеми их окружением. И как мы можем поклоняться, как в Раджа-Гопи. Так или иначе, после этого с тяжелым сердцем Нанда Махарадж говорит: Аяшати Говинда, Опи Аяшати Говиндаха, Саджанано Сакрит Икшитум. Сакрит. Однажды Кришна пришел увидеть нас. So painful heart cannot speak that Krishna is my Krishna. Krishna is my song. Krishna should stay with me. И вот она. Heart going to break down. Это Ишода не могла ничего сказать, что Кришна ее сын, что Кришна должен жить с ней. Она пыталась как-то сдержаться и говорит: Опи Аяшати Говиндаха Саджанано Сакрит Икшитум. One time he can come. Хотя бы однажды он мог бы прийти. Кришна. When and how? In what condition you can speak this kind of emotional in a word? Это мать Кришна с такими эмоциями говорит хотя бы один раз. Кришна мог бы прийти, чтобы увидеть нас. Татбактам сунасам шусмитекшанам. Only and only then if Krishna one time coming to see us all Vrindavan, then we can, I can get the privilege. Then and only then I can get the privilege. И хотя бы один раз, если Кришна придет посмотреть на нас и на Вриндаван, то я смогу созерцать прекрасное лицо Кришны. Because Krishna not inviting me now. Krishna not inviting me now. Krishna not inviting all Bhajavasi. Nanda Baba, Baba, you can also come to Mathura. Not speaking. So speaking, Tarihi, because I cannot break the instruction of Krishna. Instruction means advice. Okay, you can. И вот Кришна, хотя теоретически мог бы пригласить всех этих своих родителей, друзей и прочих в Мадхуру, но все-таки так не делал, поскольку и сами они не приходили, поскольку не было на то желание Кришны. Но что причин было, Махарадж в предыдущий день их рассказывал. И вот это Ишуда продолжает: тогда я смогу увидеть лотосные уста Кришны. This way, out of emotional speech, going to speak. Nanda Maharaj, now I'm going to dip into Nanda Maharaj, his past, you know, experience. Вспоминает о прошлых лилах Кришны. Regarding Krishna lila, we cannot say past experience. Но насчет Кришна лилы мы не можем сказать, что после лилы, поскольку она всегда происходит. Nanda Maharaj настолько эмоционален. Nanda Maharaj now going to go deep and deep into his past, you know, lila vilas of Krishna. What is the meaning? И каково значение всего этого? What is the meaning of this word? Давагнер бато варшачча брисо шарпачча ракшитаха дурактаево мритюбхё кришнено шумахатманаха. Many times we are already saved by Krishna. Много раз были спасены Кришна в лесном огне, когда змея и хотела поглотить нас. И вот Нанда вспоминает тогда, Кришна спас нас, спас от лесного пожара, спас от наводнения посланного Индры. Он держал Гавардхан на своем мизинце, и все Враджаваси, они были защищены Кришной. Там был этот... In whole life, in our life, that was for the first time. At that time, almost all Brajadan was one,
И такого наводнения никогда не было. Это Раджатама должна была быть уничтожена этим потопом, посланным Индрой, но Кришна спас нас, держа Гавардхан. Хаситам, Бхашитанчо, Сарвана, Ситила, Крия. Бале, we can remember how Krishna protected us time to time. Мы можем вспомнить, как Кришна защищал нас. Смаратам, Кришна, Бирджани. Here we can find some opposite. И здесь мы находим противоположность. Нанда Махарадж, он полон Ватсаля Раса. Нанда Махарадж is full of Ватсаля Раса. Но сейчас он такой являет чувство айшвари, благоговения перед Кришной, что вспоминает, что Кришна держал Гирирадж 7 дней и 7 ночей, как это возможно. Мы видели, как Кришна защищал нас от стихийных бедствий. Нанда Баба going to experience some opulences of Krishna. Такой испытывает благоговение перед Кришной, но внутреннее значение этого. Он говорит, что я думал, что Кришна мой сын. Но Кришна уехал в Матхуру, и когда он уехал в Матхуру, Нанда Махарадж, он утешает сам себя. Нанда Махарадж, он имеет такую очень сильную, огромную любовь к Кришне, такую Ватсаля Расу чувствует, что он его сын, но все же, чтобы сдержать свои эмоции. Он вспоминает Кришну, когда он вел себя как Верховный Господь, он вспоминает, что Гаргамуни уже сказал ему, что его сын подобен Нараяне, просто чтобы утешить себя, что его сын как Нараян, думал, что это мой сын, но он Нараяна. So long I have strong love is my son. I never thought, but I can remember. Гарга Риши, Гарга Муни told. И вот Гарга Муни продолжает, что он Нараяна. So I have no right. И у меня нет права так как-то понукать Кришны. Я видел, что такие сверхъестественные его деяния, это не какая-то история или сухая философия. Я видел, что Кришна держал Гавардхан на одном мизинце, как он взял и поглотил весь лесной пожар. И таким образом Нанда Махарадж хочет утешить самого себя, что он Кришна, он сам Нараяна. Но все же много раз я говорил на после обеденной Харикатхе, хотя Нанда Махарадж пытается сам себя утешить этим, но все же это чувство айшвари, оно недолго находится в его сердце, иногда появляется и пропадает. Если бы это чувство благоговения преобладало в его сердце, то Ватсаля Раса, она не могла бы достичь своего пика. Дураттайебхьо мритюбхьо Кришнено сумахатмана Смаратам Кришна бирджани Лилапанго нирикшатам Хаситам бхаситам Хаситам бхаситанча Анго сарвана ситилакрия. When we remember. И вот когда я помню об этих различных лилах Кришны, когда Кришна смотрел на нас, его взгляд мы видели, он смотрел на нас, улыбался.
мы вспоминаем все, эти, все эти воспоминания приходят к нам, и мы из-за приполняющих нас чувств мы буквально сцепенеем, и все органы чувств наши, весь наш ум, он как после анестезии, он становится такой в оцепенении. И наше тело, оно не работает. Мы чувствуем себя беспомощными, когда мы помним это. И мы хотим забыть Кришну, поскольку все, все воспоминания о Кришне, они приносят боль нам. Раджа-гопи говорят, тема очень обширная, я думаю, как это все успеть передать вам. И вот что он говорит. Мы хотим как-то отвлечь свое внимание от Кришны, но не получается. Куда бы мы ни шли, мы вспоминаем, что где Кришна, здесь был, там, здесь, видим скалу, видим там отпечатки стоп Кришны. И еще куда-то идем, видим дерево Кадамбы, которое посадил сам Кришна. И как же забыть Кришну, куда бы мы ни шли, все напоминает нам о Кришне. И здесь, если какая скала, то там Кришна, здесь Павансарова, там Таракадамба, там, куда бы мы ни шли, все эти места, они напоминают нам о Кришне. Наше сердце, ум, мы везде видим только Кришну, Кришну. Мы видим Кришну везде. Как же забыть Кришну? Как утешить себя? Мы везде находим Кришну. Мы везде видим Кришну, и Нанда Баба выражает такое глубокое чувство. Ману, Кришнанчо, Раманчо, Манне. Манне, Кришнанчо, Раманчо, Праптоу, Ихо, Шуроттамо. Я уже сказал, чтобы утешить свой сумасшедший ум, который хочет обрести Кришну, обнять его. И вот чтобы как-то остудить свой ум, Нанда Махараджа говорит, что он слышал от Гаргариши, хотя думаю, что не мои дети, но все же Гаргариши, он сказал, что эти два моих сына, они снизошли с вечного мира сюда, и всех действий, их внешность, их речь, они все говорят об этом. Сейчас я вспомнил в разлуке, например, мы не думаем о Шриле Прабхупаде. Но когда Шрила Прабхупад ушел из этого мира, то вспоминаем, что Шрила Прабхупад был подобен нашему сокровищу, как
Махапрабху говорит о Харидас Такуре. Харидас, он был бриллиантом, сокровищем. Очень часто такое случается, что при жизни не ценят кого-то, когда если люди, особенно преданные, уходят из этого мира, то мы понимаем их величие, их значение, а при жизни часто не могут многие осознать этого факта. Я слышал от Гарга Риши, что необычный человек, что он снизошел с вечного мира. Здесь Суроттама значит лучший из полубогов. Суроттама. Может, он аватар Бхагавана? Кришна Баларам, они не аватары, а не аватари. То есть те, из кого исходят все аватары, но все же этот Нанда Махарадж из-за любви говорит так, что, может быть, они аватары Господа. Кришна, он сам Верховный Господь, он источник всех аватаров. Но все же из-за любви Нанда Махарадж говорит так. Отец всегда думает таким образом, если кто-то, он говорит, что ваш сын станет каким-то губернатором, то все равно отец относится к нему как к своему сыну, а для других он может быть губернатором каким-то, но родитель все равно по-другому относится к нему. И вот Нанда Махарадж как-то хочет утешить себя, но не получается. To do some duty by the prayer of Brahma, bikhana sarthito, in Gopi Gita speaking, bikhana sarthito, and speaking by the request of Brahma. So Nanda Maharaj also now due to strong separation. И вот Нанда Махарадж из-за огромной разлуки, это она подобна такой болезни, и такое чувство благоговения у него возникло. Он вспоминает, что от Гарга Муни он слышал. Чтобы исполнить свои обязанности, Кришна Баларам снизошли по просьбе полубогов и Брамы. Абадхиштам лила йойго пашу ниво мигорадиво мигадиво мигорадиво мигадиво окей, no problem. Камсо, who is having thousands of elements, который имел силу тысячи слонов. А как было возможно, что этот маленький Кришна смог убить его? Кришна jumping on the platform, high platform, where Kamsa was sitting, going to take the heel and pull the ball, going to pull down on the ground, jump on the ground, and going to sitting on chest and going to provide a fist of fury. Follow?
going to provide feast of you. And Nanda Baba, oh my God, we have seen. И вот Нанда Баба. It is not story. Вспоминает, что мы видели такое. Перед нами Кришна, он прыгнул на этот на трон, взял Камсу за волосы, стащил его и убил. Я думал, что он мой сын, но он столь силен. Чанур Мустик, you know, that long history. Who is Чанур? Who is Мустик? How they took birth? It's long history. I cannot go. Чанур Мустик means they are the wrestling master. Very powerful. Thousands of elephants can one they can fight. Kamsa arrange, they are fighting with Krishna Balaram, Chanur and Mustik. Chanur, Krishna, Mustik, Balaram. Nanda Baba saying in front of all public, it was in a stage, you know, it was stage. All around public watching this game. И вот Нанда Махарадж говорит, что вся публика смотрела на это сражение Кришны с этим, с этими борцами. И вот там был Кувала Хати, там слон был, он был очень силен. Если он был зол, мог все сломать вокруг. Очень силен был и Кришна Баларам. Они, шутя, одолели его, взяли его за клыки и сломали их. Кришна взял его себе на память, положил на плечо, а другой взял Баларам и так с клыками этого сильного слона они пришли на арену. Камса заподозрил что-то неладное, что как этого слона, который должен быть их убить с самого начала, как они вообще прошли мимо. Еще и клыки вырвали у него. Камсам нагаюто пранам манло гаджапатим жита авадиштам лилаим. Just like a small boy playing with toy, Nanda Baba speaking, we have seen practical. Вот Нанда продолжает, как подобно тому, как дети играют с игрушками. Этот Кришна одолел столь сильного слона. There was a big, you know, bow and arrow given by Mahadev. Hara, 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 Mahadev. You know? Talatrayam, Mahasaram, Dhanur, Yashti, Mibharad, Mibebharad, Bhavanjoikena, Hastena, and Shaptaham, Adadhat, Adad Girib. Now I can remember everything. И вот сейчас я вспомнил все. Одно пальмовое дерево, столь высокое, даже три. Оно, это дерево, а вот там, в общем, лук был размером с три пальмы. И Кришна взял это с легкостью, как будто это сахарный тростник. Как слон с легкостью ломает сахарный тростник, так и Кришна сломал этот огромный лук. Талотроям Махасарам,
Dhanur yashti mive bhurat bhavan bhavan jaykena hastena shaptaham adadhat gir. We have seen he's going to break. Like an elephant going to the work and fell and break, break. And so for 7 days. И также в течение 7 дней. Going to take him 7 days and without water, without prasada, without him. Кришна держал Гавардхан без еды, воды и всего остального. И также у нас есть опыт во Враджадхаме. Он победил Праламбасура столь могущественно. Праламбасура был очень силен, и Кришна и вот этот Праламбасура, этот демон в форме осла, пытался ударить его копытом по груди, а Кришна взял его, поймал за ногу и раскрутил и кинул. В итоге тот умер. Тринаварто вакадайо, дайтаха сура шуражито, хата женехо лилая. It's like a playing mood. By playing mood, Krishna is going to defeat, kill Pralambo, Pralambo, Dhenukasu, потом он убил Динукасу, Тринаварто, Шакатасу, Шука и прочих демонов. Бакасура. Бакасур, он брат Путаны. How in a playing mood, this, you know, not a matter of joke. Pralambo, Dhenukasur, Arishtasur, Trinavartu. They conquer whole world. Они были очень могущественными, даже полубоги не осмелились сражаться с ними. In heaven, they get victory. Even in the ground, no, no. Even Asura, nobody can. So powerful, they defeat everybody. И вот, несмотря на их силу, все равно они были побеждены Кришной. Кришна с легкостью убил этих всех демонов. Множество демонов пытались как-то убить Кришну, но Krishna going to destroy them. Krishna going to destroy them. И вот Кришна их всех убил. Very nice. Follow this way. И таким образом Нанда Махарадж going to express his выражает deep, свое concern, беспокойство. Deep concern, what to do? Что же делать? And try to check his own emotion. И пытается сдержать свои чувства, поскольку Кришна не приходит и пытается как-то вспомнить, что Кришна не его сына, а Нараяна, как сказал Гаргамуни, являл такие сверхъестественные деяния, и Кришна, и Нанда Махарадж пытается как-то сдержаться, но все равно родительские чувства приполняют его, и это чувство благоговения перед Кришной, оно уходит очень быстро.
он сразу же буквально забывает об этом и начинает вспоминать о нем как о своем сыне. Все различные места во Вриндаване. Эти места Лил Кришна, они как катализаторы, когда Браджаваси смотрят на них, проходят мимо, они как катализаторы, они вызывают поток мыслей и воспоминаний о Кришне. И вот Шукадев в Госвами говорит, Нанда Махарадж потерял свое терпение, он говорил с... И продолжает. Нандахо Кришнанураптади. Ити сансидто сансидто нандаха Кришнанураптади. Оттут кантхот бхавам бхават тушим према пашара пьюхалала. Very pathetic situation, pathetic. И вот ситуация такая. Нанда Махарадж going to speak somehow. Сложно. Нанда Махарадж говорит. Ultimately, и в итоге, on, in course of speaking, we're going to break down. His throat choked up. Iti sangsitto sangsitto. Iti sangsitto sangsitto. Нандаха Кришна Анурактади. Нанда Кришна Анурактади. И вот это очень такая трогательная ситуация, и вспоминая эти деяния Кришны. Оттут кантхот бхават тушим према пасаро вивхалаха. He is going to choked up. His voice, now he cannot speak anymore. His voice is going to choked up. И вот его голос от приполнившего чувств, он барнаманани патрасья чаритани ча не смог ничего произнести. Шананти аструни авасакшит снеху сунто пайудхара. И вот Яшода, она не могла ничего сказать. И вот они, когда они говорили о Кришне, Яшода там находилась, плакала от разлуки с Кришной. И в соседней комнате Нанда Баба Удав, они говорили о Кришне. Яшода, она как-то слушала, и так или иначе они продолжали говорить. Нанда Баба не мог, его разбитое разлукой сердце было, он говорил что-то о Кришне, Яшода, она только рыдала. Shedding tears, going to hear Yashoda Barnamanani Putrasya Charitani cha. All the topics of Krishna, you know, Nanda Baba speaking. Srinanti Asruni Abhashakshit. All like fountain, all tears coming. Going to shed, you know, tears all breast. И вот она рыдала. И кроме слез с ее груди текло молоко. И вот вспоминая Кришну, она не могла сдержаться. И Шукадев Госвами, смотря на эту ситуацию, говорит. Барнаманани путрасья чаритани ча сананти асруни авасакшит снехун суто пайодхара. This way, the situation is pathetic situation. I cannot describe.
It is beyond my language. И вот эта ситуация за пределами моего, за пределами языка, которым я могу выразить это все. Это очень трогательная ситуация. Я не могу, не знаю, как словами ее выразить. И вот что он говорит, тайо. Тайо значит нанда ясодая. Тайо значит нанда ясода на санскрите, когда мы говорим о двух. Вот это используется двойственный этот падеж. В английском есть, в смысле, число. Вот в русском и английском есть единственное множественное число. В санскрите еще есть двойственное. After hearing the tremendous love affair of Nanda and Yashoda, и вот услышав о таком огромном чувстве любви к Кришне, Удав, он подумал, куда же пришел, кого же утешать? Я сумасшедший, я пришел, чтобы утешить их, их чувства гораздо выше, гораздо больше, чем мое. С каким огромным чувством они любят Кришну. Но я понял, я должен узнать от них, как, с каким чувством нужно относиться к Кришне. И Удав был растерян, не знал, что же ответить. Я буду продолжать говорить об этой даршане завтра. Випадо наива випадо, шампадо наиво шампадо, випадаха вишваранам вишну, шампадо нараяна срити, ванчакалпадарвасы кипасынды бавча, патитанам паване бавишна бьё наму.